Привет, Лев. В Москве 3 часа ночи. Что ты тут набринчал по поводу Джанго? Вот. Больше не могу ничего придумать, потому что уже задолбался с этими аккордами, которые там то так, то сяк. Слушаем. Такая штука. Не претендую, что нота в ноту один в один, но близко очень к оригиналу, по крайней мере, на слух так кажется. Значит, играется все в основном седьмой лад, аккорд си минор, а шеп. Начало. Покажу все медленнее, чтобы было более-менее что-то понятно. Сяду так, чтобы было видно одновременно левую руку и правую руку. Так будет, наверное, удобнее. Седьмой лад, шестая струна. Значит, первая фигура, баре на седьмом ладу. Поточнее сейчас. Такие синкопы, ритм метатрона, а сама фигура арпеджио такая, она немножко рваная, поэтому надо ее уловить. Наверное, слух. Ты сделал, придется и тебе постараться это сделать. Еще раз. Получается, что шестая, четвертая, третья, четвертая, потом вторая, еще раз, шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, первая, четвертая, вторая. Вопрос в том, как это сделать ритмически, могу только показать на руках. Тут важно ногой помогать себе отбивать раз, два, раз, два, раз, два, раз, 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 правда, вместе с басом. Значит, шестая, четвертая, третья, шестая, четвертая, третья, потом четвертая, потом вторая, четвертая. Сам запутался уже с этой фигней. Если долго-то играть без оригинала, то можно сбиться. Вторая фигура. По крайней мере, так я ее услышу. Скорее всего, это неправильно, потому что
аппликатура не очень удобна. По крайней мере, я так услышал. Сейчас еще раз поставлю. Могу предложить только такой вариант. Итак, начало. Значит, такая вторая фигура. Тоже баре на седьмом ладонь. Получается аккорд вот ЕМ вот в такой аппликатуре. Вот такой. Получается такая штука. Пятая, четвертая, вторая. Получается. Пятая, четвертая, вторая, четвертая. Отжимаю вторую на баре, получается звук. Фа диез. Еще раз. Можно по-другому сыграть. Там долго себе подбирать, мне, честно говоря, напряжно. Получается, что у нас? Две фигуры. Первая. Потом сразу третья фигура. Вот такой аккорд. Правда, вот такой. Это будет у нас G-Mage на, опять-таки, баре на седьмом ладу. Здесь весь смысл, вот такая аппликатура. Мизинец на пятой струне. Безымянный на четвертой струне на девятом ладу, мизинец на десятом ладу на пятой струне, безымянный на четвертой струне на девятом ладу и баре вот на седьмом ладу. Получается такая аппликатура, но только надо взять ее сразу с верхним звуком. Хейс, не мешай. С верхним звуком на баре на второй струне, вот фа диез здесь будет. Получится такая фигура после второй, значит. Сначала. Вот так сразу. А пятая струна вместе со второй. Или там. Там ритмически надо как-то подобрать поточнее. И после этой фигуры я думаю, что можно взять уже там точно вообще не слышно, потому что там аранжировка идет, какие-то инструменты добавляются, там невнятно. Я беру вот так вот, четвертая струна на седьмом ладу, без баре уже, средним пальцем. Указательным пальцем на третьей струне, на шестом ладу. Такая нота. И играю четвертая, третья, первая, открытая, обратно третья. Последняя фигура, эти пальцы остаются, добавляется мизинец вот сюда, на пятую струну, на девятый лад. Получается такая штука. Значит, сначала четвертая, третья, первая открытая, третья, четвертая. Потом эти пальцы остаются, добавляется мизинец, и с него фигура идет последняя. Получается такая штука у нас, первая фигура. Вторая. Третья. Получается вместе вот так вот. Thank you.
сначала. Без арпеджио, просто си минор, ми минор, ЕМ. Потом соль, вот такой, не такой же, а соль с фаде сверху, на втором ладу первой партии. Потом А и фаде с минор. Thank you.